выпьем за то, чтобы, блин, мы прошли хотя бы фейс-контроль все. Во все заведения, да. Потому что мы уже договорились, что если кого-то не пускают, но он... Его не пускают. Он просто, ну, тусуется в одного. Ну, пока мы не будем. Я это не знал, кстати. Знаете, как обидно, да, человек прилетел из Питера сегодня ради того, чтобы сходить в клуб, его не пустят. Просто 9 тысяч. Или я, который всех вез, блядь, и меня не пустят. Вот, блядь, тоже. Вот если вас вдвоем не пустят, это будет просто ебануться, как жалко. Ну, ну что, ребята, мы уже в Яндекс.Такси взяли минивэн. Вот, и едем мы теперь в Icon. Вот, посмотрим, кого не пустят, сделаем ставки. Снимать теперь можно, да? Уже снимать-то и нечего. Ребят, поверьте, мы ехали мимо Кремля. Серег, все верят. Ну, что не сказать. Все знают, что в Москве есть Кремль. В Москве два Кремля, тем более, вот, как говорят. Ну, жалко моего. Скажите, жалко, чтобы ни один не сняли. Ребят, в Москве два Кремля, но мы ни один не сняли, к сожалению. Скажи, вот так. Скажи, что да, скажи. Ну что, ребят, мы уже подходим к клубу Icon. Это первый... Первая локация на сегодняшний вечер. Даже Саня с Питера приехал. Так что, ребят, посмотрим, пройдем ли мы фейс-контроль вообще. Вот. Посмотрим, как это происходит в Москве, да? С нами, кстати, еще Градов затесался. Говорит, ему некуда бабла девать. Здоровья, любви. Пантера, блядь, один плюс слышно было. Пантера. Ребят, мы, короче, жрать приехали. Пешком, правда, приехали. Рязанские тусеры. Короче. Был прикольненько. Денег нет, нихуя. Вообще ничего нет. Ребята, мы ходили по
по улице, баров, ресторанов, кафе, сэндвич, сэндвич баров. И как вы думаете, что мы выбрали? Ну, конечно же, наш родной Макдак. Здравствуйте. Доброе утречко. Здравствуйте. Элвис Пресли. Это Элвис Град. Дэн Делюкс. И Саша Нутро. Нутро? Сергей Кавказ.